А давайте поговорим о людях, рожденных с 23 ноября по 21 декабря. Это Стрелец. Прямые, искренние, очаровательные люди, рожденные под этим знаком, бывают всеобщими любимицами, презирают всяческие ограничения, независимы, любят путешествовать, читать, энергичны, активны, достигают больших успехов в работе. Главное – добродушны и общительны, всегда готовы прийти на помощь близким и знакомым, надежные и верные друзья. Знаете ли вы, что под этим знаком рождена императрица Елизавета? Надеюсь, вам понравилось видео, и вы поставите лайк и подпишитесь на канал.